Ну а далее краткий обзор событий от Гамзата Нурмагомедова. Задержаны организаторы группы фальшивомонетчиков в Дагестане. Злоумышленники изготавливали и распространяли фальшивые 5000-ные купюры. В ходе обысков сотрудниками ФСБ и МВД по Дагестану было изъято оборудование для обозначения на поддельных денежных купюрах защитных признаков. Зафиксированы также факты сбыта фальшивок на общую сумму свыше 2 миллионов рублей. В Кировском районе Махачкалы ликвидировали несколько стихийных свалок. В результате проведенных рейдовых мероприятий специалистами Минприроды Дагестана совместно с депутатами городского собрания была выявлена стихийная свалка в поселке Ленинкент площадью 600 квадратных метров и две мусорные свалки в поселке Красноармейск общей площадью 700 квадратных метров. Дагестанец Рашид Гаджиясулов награжден орденом Эдельвейс второй степени и грамотой Федерации альпинизма России. Он стал первым дагестанцем, который покорил высшую точку земли в июне текущего года. Вручение ордена состоялось в его родном селе Хучадаша Мельского района. Для вручения награды приехали кавалеры ордена Владимир Шатаев и Евгений Казарезов. 200 человек примут участие в межрелигиозном молодежном слете в Дагестане. В рамках форума пройдут тренинги, имитационные ролевые игры, спортивные состязания, встречи с известными религиозными и общественными деятелями, политиками и спортсменами. Участниками слета станут молодые люди из различных уголков республики, представители разных конфессий и национальностей.